Друзья мои, не часто компания Lexus выпускает новые модели автомобилей. Ну и Toyota тоже, впрочем. Поэтому новинка сезона под названием Lexus UX. Или Urban X. UX. Сегодня в большом тест-драйве, я уверен, вызовет большое внимание, опять же, у нашей аудитории. И я скажу вам так, эта машина категорически поставила вопрос ребром о том, что на автомобильных салонах, где мы с этим аппаратом познакомились, ну, год или даже два года тому назад, значит, демонстрация машины на автосалоне, так сказать, вводит потребителя в заблуждение. Потому запомните. Что, потому что, когда мы наблюдали вот эту штуку на подиуме, и я помню, нам же не разрешили в нее сесть, не дали возможность ее облапать. Вот мы стояли на расстоянии где-то вот, ну, где-то метра два, да. А она была выше. И у меня реально сложилось ощущение, что, ну, это нечто вроде чуть-чуть уменьшенного RX. NX. Да, чуть-чуть вроде уменьшенного RX. Но, ребята, RX. NX. Да какая разница? Короче говоря, значит, хер ногу сломит в этих гребаных названиях. Но суть не в этом, ребята. Суть в том, что вы должны сейчас поверить на слово. Если мы... Не, вот конкурент. Вот, чтобы вы понимали, вот тачка. Но она точно такая же. Нет, да ты неправильно позиционируешь. На самом деле, ребята, этот автомобиль по салону является ничем иным, как... реинкарнация Фокуса 3. Вот что я вам скажу. Потому что это просто гольф-класс, чуть-чуть лифтованный, чуть-чуть обвешанный вот этими пластмассовыми, так сказать, и я бы сказал так, накладками, которые вводят потребителя, опять же, в заблуждение, потому что у человека возникает вопрос, если это гольф-класс лифтованный, да, пускай там гибрид, хибрид, там кто угодно, но если это гольф-класс, это что, для девочки получается, да, для женщины? Ну, типа того. Да, но он обвешан так, как будто он должен ездить на охоту, и возникает вопрос, девочка-охотница? Нет, девочка-рыбак. Девочка-рыбак, рыба-девочка. В общем, в этом смысле, мне кажется, рыба-дева. Создатели UX, они, в общем-то, находятся в каких-то своих фантазиях. Серый, значит, что я тебе должен сказать? Конечно же, я поддержу тебя. Это продукт маркетологов, мать его. Но эти маркетологи, мне кажется, перенюхали. Да, и непонятно перенюхали, давай так скажем, лесного воздуха, хвойного. Короче, главный вопрос, который вызывает дизайн экстерьера, дизайн кузова, это, ну давайте так, все круто, но вот что-то не так. Нет, вот, эти гребаные рубленые накладки. Да, понятное дело, они хотели повторить RX, да, вот здесь именно RX в этих накладках. Но, короче, он не гармоничный получился. Давайте так скажем, то есть, ребята, в отдельных деталях. Отдельные детали, эта машина охеренная. Ну, в частности, задний оптический вообще, блок. Вообще потому нереально. Потому что вот это вот светящееся во всю ширину жопы этой небольшой. А вы посмотрите, вот лампа, это лампа. Да, вот эти, вот эти 3D фонарик, на который хочется смотреть и снизу, и сверху, и вообще отовсюду. Короче, это охренительно. Это охеренно. Значит, сразу покажем вам багажник. Его запомните. Нет. Его нет. 200, по-моему. Не, ребята, это реально, это даже меньше, чем фокус. Меньше. Ну вот, смотрите. Вот, смотрите, какая полка. Идите сюда. Оператора. Полка на уровне члена. Члена полка. Да, члена полка. И внутри, в общем-то, это не для вас. Да, но это вот как какой-то органайзер. Погоди, а что-то украли ведь, смотри. Украли, ну, должны были быть приборы какие-то, а приборов-то, смотри, по факту эти, нет. Как его, вы сказали, баба-рыбак украла. Вот. Не, короче, реально, багажника парни. Нет, а теперь покажи. Теперь самое главное, пацаны, сядь. Идите сюда. Это... Нет, сядешь ты. А, ну хорошо. У тебя все-таки колени гнутся еще. Хорошо. Нет, нет, это с кнопки. С кнопки? С кнопки, да. Единственное, конечно, белый перламутр, это круто. Садитесь. Короче. Не надо меня коленями топтать.
То есть коленями своими вы будете подпирать... Посидите. Значит, смотрите. Дальше. Значит, они предполагают, что этот типа размер, да, а, значит, покупают богатые девочки. Значит, почему богатые? Потому что сколько стоит машина? В топе 3 в стоке 1 750 000. Нет, 1 750 000 это просто кузов. Это просто с передним приводом. Да, а у нас гибрид. Значит, смотрите, понятное дело, что если женщина узнает, что ей купили не топ, да, то она скажет, она ты что, на мне экономишь? Ну, значит, она говорит, мне топ. Да. Ей тратят, значит, 3 лимона. Ну, под 3. Вот на эту штуку. И у этой, значит, если на женщину тратят 3 лимона, значит, она какая? Охерительная, правильно? Да, она женщина рыбачка и, да. Ну, не знаю. И у нее нога как спиннинг, правильно? Длинная нога от ушей, правильно идет? Так вот, у нее длинные ноги. Какие, блядь, подруги? Какие подруги у женщины-рыбачки такие же охеренные, рост 180 без каблуков, конечно. Правильно? И она едет и показывает своим подругам, чуть девочки, я мне мой пусик или как там зайка или котик купил машину, они говорят, о, она подходит ближе, садятся внутрь и им зажимает ноги. И все. Значит, посмотрим, что под капотом. Нет, давайте на дверь посмотрим, да. Дверь, смотрите, изящно все, да, вот это вот все кожа, хорошо. Все дела. Кстати, даже пластмасса, посмотрите, такого нового поколения, она такая вся в этих, во вмятинах. Нет, ну вот, вот, просто вот, вот, ребят, вот смотрите реальный размер автомобиля. Ну, то есть вот. Нет, ну, автомобиль. Нет, а потом, нет, а девчонки смотрят, когда ты стала рыбачкой. А ты стала удить? Нет, и что, а ты, она удит. Нет, ты наматывала на спине? Она намотала чувака, который купил ей, правильно? Да. Значит, морда получилась, опять же, как карман, на пятерочку, на твердую, правильно? Не понял. Ну ладно, чего? Она что, не держит? Она не держит за 3. 3 миллиона? 3 драй по-немецки? Драй. Серьезно? А ладно. А ладно, чуваки, это разводилово. За 3 миллиона, как в Kia Rio? А еще? Ну, да это... вы что, охерели? Гибрид и вот с этой... Да. Значит, у нас Lexus Hybrid Drive, man. Значит, что это такое? У нас мотор бензиновый, кстати говоря, атмосферный, потому что в отличие, например, от того же собрата по платформе, ну, брата по платформе, одноплатформенника Toyota CHR, у которой есть турбовый мотор 1.2, здесь только атмосферник, в данном конкретном случае еще и с электромоторами и с электрическим мотором на задней оси. В итоге 178 лошадиных сил. Не, ну давайте так, это тарахтелка. Что касается бензинового мотора, это просто тарахтелка, но... Потому что вариатор еще. Да, но вкупе с этим электромотором, в принципе, машина получилась очень-очень бодрой. Надо еще добавить, что, естественно, поскольку это гибрид, батарея лежит на полу, и, соответственно, машина очень хорошо стоит на дороге. То есть такой спортивный упырь с тарахтящим двигателем, который достаточно энергично встраивается в потоки. Самая охрененная решетка, фальш-решетка радиатора на свете. Ну, и адаптивный же. Адаптивный круиз-контроль. Я не включал, дядь Сережа. Я включал все. В общем так, ребята. За морду 5 баллов. За жопу 6. 6. Так. А за размеры и за обвесы рыбацкие, блин. Десятка, парни. 0. Масло Кастрол. О, да, конечно. Вот ваша десяточка, ребят. 5В40. 5В40? Да, значит, Titanium Technology, ребят. И все, что вы должны знать, если вы приобретаете масло Кастрол в магазине, это, конечно же, система защиты, которая гарантирует вам, что ваше масло куплено. Не тряси. И оно... Взболтаешь. Точно? Конечно. Короче, что ваше масло настоящее, это, конечно же, вот эта крышка. Ребята. С вот этим тиснением, правильно? Это вот этот логотип. Да, да, дядя это Сереж? Чтобы продавцы вас не накололи. Правильно. Но самое главное, это титаниум. Это ультрапрочная пленка на всех деталях вашего двигателя, чтобы избежать трений и царапин, самое когда ты главное. Запускаешься зимой. Ребята, вы посмотрите. Ты че орешь? Вы посмотрите. Ты не слышишь меня! Серега, это масло для гибрида полностью синтетическое! Ты что орешь? Я-то тебя слышу. Короче, ребят, вы представляете, Castrol Edge специальное масло полностью синтетическое выпускает еще и для гибрида. Для гибрида. Для гибрида. Ребята, смотрите, не купите просто масло. Для гибридов. Теперь проедемся.
Ребята, и мы попадаем, оказавшись в этом прекрасном автомобиле, реально в мир архитектуры Lexus, потому что это то, что любят женщины, даже рыбачки. Им очень нравится асимметричная торпеда. Они не любят, когда все по-немецки тык-тык-тык симметричненько. Им надо, чтобы глаза разбегались в сторону от удовольствия, да. И посмотрите, самое главное – часы. Lexus. Я, кстати говоря, на месте вот автосоздателей бы, да, сделал бы их извлекаемыми, чтобы на руку можно было пришпандовать. Да, на магните на каком-нибудь. Да, посмотрите, сверхновый материал. Да, это типа под бумагу. Японскую, под специальную какую-то японскую. Бумагу, черную, на которой ничего не видно, правильно? Васи называется. И Васи? Не, Васи. Ну вот этот замечательный пластик, подтертый металл. А вот этот прикол, ты в курсе, да? Че? Вот в эту сторону открывается. И вот в эту. И вот в эту. Так уже делали. А нахера? Чтобы не подглядывал. Но мне понравилась, да, на самом деле, наконец, вот отличная история с вот этим... Управление. С блоком управления, который встроен вот в эту часть подлокотника. Это правда. Но нахера здесь нужен, вот опять же, тачпад? По-прежнему... А почему? Это... Потому что не дотянуться. Далеко. Не, посмотрите одновременно на вот этот экран и на половину... Не, на две трети. Потому что, значит, телек вставлен здесь под круглый, так сказать, дисплей, да? И под часть этого. И, значит, вот когда вы запускаетесь, начинается мультипликация. Ну-ка. О, сейчас. Во, полетели, полетели, полетели. Lexus. Там Lexus, здесь UX. Чтобы вы не забыли. Все круто. И вот у вас, смотрите, аналоговый типа бензобак, да, температура, а здесь типа цифра. Но... Слушайте, ну было похоже все это на Chevrolet Aveo там какого-то. Не, ну тут как? Так история-то в чем? Что вот эта вот левая часть этого дисплея, она повторяет полностью старый. Вот, и в итоге, честно говоря, обновление-то не состоялось кардинальное, да? Ну, давайте проедемся. Настоящая ручка здесь, ну, не то, что настоящая, а механически переключающаяся. Короче, вариатор... Хотя в ней никакого смысла нет. Вариатор, я так понимаю, он 9 ступеней имитирует. Ну, имитатор. Имитировать может хоть 109, это не важно. Бабы тоже имитируют оргазм. Точно? Ну, тебе говорят, хоть одна попадалась, честная женщина? Которая не имитирует. Не имитирует. Значит, давайте так скажем, ребят, сразу очаровывает настройки шасси, да? Потому что машина действительно вот с таким уверенно низким центром тяжести. Почему я об этом говорю особенно, так сказать, обратить на это внимание? Потому что она же типа лифтованная. Ну, типа лифтованная. Типа. Но сидите вы, посмотрите. Да, но как сидите. Как BMW. Но на самом деле получается следующая история, что вот вы сидите, ну, на уровне обычного, любого обычного седана. Да, да, да. Но у вас ощущение, что вы сидите низко, но в кроссовере. Это класс. Вот это в голове, конечно, укладывается не сразу. А потом вот эти, посмотрите, вот это эти блоки управления, да, климат-контроля. Да, да. ECD. Слушай, редко. И Марк Левинсон. Отличный звук с огромным запасом по басам. Ну и да, расскажите. И вот эти ручки, которые как бы в уши вставлены, какие-то беруши, да? Но здесь управление, условно говоря, режимами, нормал, спорт. Здесь у вас отдельно ручка для отключения трекшн-контроля. Ё-ма-на, все дела. Вот. Ну и... Место над головой, посмотрите, да, у Сереги есть. Непонятно, зачем, честно говоря, в этом автомобиле в дорогом белый потолок, потому что признак дорогого автомобиля — это что? Это черный потолок, правильно? Да. Значит, что касается гибрида, парни, конечно, он чрезмерно чувствителен к педали газа. Ага. Потому что как только вы чуть-чуть прибавляете, врубается этот тарахтящий бензиновый движок. Ну, это не слышно особенно, но вы видите, что врубается. Хотя сам гибрид, в отличие от первых приусов, помните, который, ну, мог тянуть там до 30, там, максимум до 40 км в час. До 115. Да, этот тянет отлично, но как тянет? Газовать нельзя, можно только держать, да и то, если он почувствует, что вы пошли в гору, тут же врубает движок обычный, да? В целом, руль, тебе понравился? Да, мне очень, да, понравился. Да. Налитой хороший руль, значит, да, обзор хороший в этом. Кстати, вот я почему говорю-то, стойки-то черные, да, да, а потолок белый. А вот девочка, посмотри, а вот посмотри, просто тупо подрезала нас, а? Да. Она считает, что она вот больше рыбак или охотник, чем мы. И хорошо ускоряется, несмотря на достаточно скромные показатели разгона до сотни, там что-то в районе 8-9, да, секунд. Но даже эта Mazda CX-5 выглядит действительно настоящим кроссовером. Да. Да? А здесь вы как бы находитесь в таком лифтованном... А что, баб не будем опрашивать? Да о чем их спрашивать? Как это о чем? Ну о чем? Ну, есть у них 3 миллиона или нет? Если у них есть 3 миллиона, почему они тут?
Я имею в виду метро. Теперь про двигатели. Вот это важно. Про двигатели. Да, вот, и про разницу. Не, ну я сказал, ребят, значит, тачка построена на платформе модульной. Нет, объяснение, почему нет турбины здесь. Почему нет турбины? А, почему нет турбины, да. Значит, вообще на эти машины... Ух ты какая, посмотри. Где? В черных этих. В черном плаще? Нет, в черной юбке. Ты посмотри, какая женщина. Она смотрит на нас. Она не на нас смотрит. Какое объяснение я нашел? Да. Значит, как маркетологи объяснили, то почему... То есть есть здесь маломощный атмосферный мотор? Ну как маломощный? 150 лошадиных сил. И... Они его даунсайзили, потому что в Европе он 170, в России 150. Зажали, до налоговой. И есть гибридная силовая установка. Почему они не поставили под капот двигатель, который хорошо знаком нам по автомобилю Toyota CHR, который является донором, по сути. Ты посмотри, хорошая какая. Хорошая. Крепко стоит. Донором. Тема следующая. Это мотор, вот этот малообъемный, он не соответствует имиджу дорогого бренда. Турбированный. То есть турбированный малообъемный мотор... турбированный мотор, это не для Lexus. Вот такую версию я нашел. А капот без этих, без помощников, это соответствует. Это для Lexus, да. Охеренно. За три. Ага. За три, парни. Да, давай, купи, иди на рынке за пятерку эти штуки и поставь себе сама прикрути. Вот. Значит, вот Lexus, опять вот, же. Вот, значит, ну, то ж Toyota. Ну, и, кстати говоря, если вот про этот же, опять же, 400, какой? 50-й. И, соответственно, Прадик. Мы скажем, что это просто лишь подмандили. То если сравнивать UX и Toyota CHR, то в принципе внешне они абсолютно разные. Получилось. Конкуренты, значит, Q3, который, я так понимаю, уходит с рынка. Значит, BMW X1, наверное, Mercedes GLA, да? Ну, так, если мы говорим о этих, ну, небольших кроссоверах. Да, но они все, вот эти все конкуренты, они не пытаются играть на внедорожной теме. Да. Там нет вот этих пластиковых нашлепок гребаных, да? Ну, потому что без них машина будет сразу понятна. Гольф-класс. Ну, да. Гольф-класс. Я скажу так, эти нормальные, хорошо. Маркетологи перемудрили себя, правильно? Потому что они решили в этом классе автомобилей заигрывать с некой платежеспособной аудиторией. Я в России таких людей не вижу. Не видите? Нет, если они видят, знаете, как это, ви, поднимите мне веки. Если они видят, то и дай вам Бог. Вот. Короче, ребята. А я не вижу. Ты смотри, куда они засунули этот самый стояночный тормоз. Да? Не, ну в принципе, вот мне, честно говоря, обидно, что такие технологии, вот эта прекрасная бумага, как вы говорите, засунута в этот аппарат. Он реально навороченный. Но вы прибавьте 10 сантиметров в длину-то хоть. Ну вот, колесной базе. Хотя. Ну да, ну сделайте его чуть более серьезным. Ну или просто одно сиденье оставьте сзади. Ну, трехместную. Прикольная же тема. Помните. Колонку сзади. Поставьте. Помните, Hyundai же экспериментировал, у них была тачка, этот Veloster, где три двери было. Ну да. Ну здесь надо поставить просто и вот завалить и развернуть. Вот кресло. Нет, купе. Просто сверхширокая дверь. Да, кстати. Хорошая. Все такая коротыш такой. Тем более что рыбацкое купе, ребята, рыбацкое. Нет, гондола! Нет, причем же Живок ушел с трехдверным автомобилем, правильно? Да. Они же Живок себе представляют в качестве автомобиля. Кабрик из него сделать. О, кабрик. Но это уж другой кузов, это дорого. Да. Ладно. Ну или отправить. Короче, ребята, ИГИЛ. Да, за смелость, с которой маркетологи Лексуса решили, так сказать, поиграть вот на этом поле, им мы ставим сколько? 5. Пятерку за смелость. Молодцы. За смелость. Но продажи покажут. Продажи покажут. Тут выяснилось, что RX продается лучше, чем GLE Mercedes и чем X5. Чем X5? Но это машина, которая продается для людей, которым не важно, едет она или нет. Потому что проблема в том, что атмосферный мотор там старый, и он и тогда не тянул особенно. Турбированный двухлитровый, он хорош только на NX, его реально не хватает. Но это для людей, которые хотят, чтобы на них смотрели. Это гребаные эксгибиционисты. Хорошо. Как эксгибиционисты. Или эксгибиторы. А мы эти вуайеристы. Все. Все, покеда, бабанька.
Здесь никелевая батарея, в отличие от других автомобилей. Вы что, хотите сказать, что ты химик, что ли? Нет. Я просто разбираюсь. Что за никелевая? Нор никель, что ли? Да.